технологиями BTL мы работаем с 2018 года, когда в нашей клинике появился, во-первых, M-Sculpt, которого, еще раз повторюсь, мы очень ждали. И эта технология на самом деле не имеет никаких аналогов на сегодняшний момент. Также аппарат Excellis, радиочастотное воздействие, которое позволяет работать и с лицом, которое позволяет работать и с телом. И аппарат ударно-волновой терапии, то есть вот такой у нас получается симбиоз. Но пришло время, технологии продвинулись, появился аппарат M-Sculpt Neo, который сочетает в себе радиочастотную технологию и технологию EMS. И, конечно, вот такое сочетание в одну процедуру, в одно время позволяет получить несравнимо выраженные результаты. M-Sculpt – это ваше недавнее приобретение. Расскажите, почему именно его вы выбрали? Почему мы ждали M-Sculpt? Потому что, ну, понятно, что круг наших специалистов во всем мире, он известен, и мы все друг за другом наблюдаем. И когда у одного известного доктора Клауса Фитца появился этот аппарат, и была тоже такая некая тайна, загадка, он говорил, что через какое-то время я вас удивлю, и действительно удивил. Он показал эту технологию, мы очень ждали, когда эта технология получит разрешительные документы в России, ну и поэтому стали одной из первых клиник, которая стала это испытывать, которая стала это применять. И, соответственно, испытывали мы это как раз мы эту технологию на себе. Ну, как часто бывает, вы понимаете, в клинику мы покупаем и выбираем те аппараты, которые нужны в том числе и нам, как пациентам. И поэтому для тех, кто не хочет и или не может по каким-то причинам получать вау-результаты в спортивном зале, может быть, кому-то не хватает какой-то такой филигранности, какой-то вот отточенности, да, вот, которую вот, вот нужно получить, а не получается. Вот кто-то вообще ленив и не хочет заниматься ничем, а хочет просто лежать и получать красивые результаты. И вот, собственно говоря, это же все про нас, да, про тех, кто, собственно говоря, тоже и работает в этой клинике. Поэтому эту технологию изначально мы подбирали под себя. И, соответственно, что нужно нам, то нужно и нашим пациентам. Соответственно, запрос от себя к пациентам вот так вот получился. Вот так появился в нашей клинике аппарат M-Sculpt. Как вы рекомендуете проходить процедуру вашим пациентам? С какой периодичностью? Как долго? На какие зоны? Все зависит от, как всегда, все зависит от пациента. Потому что есть пациенты, которые начинают делать эти процедуры и, собственно, не прекращают, потому что ну, невозможно же ходить в спортзал и все, получить результаты, на этом успокоиться. Здесь ровно та же самая ситуация. Есть интенсивный курс, когда это 6-8 процедур с периодичностью 1-2 в неделю, а потом уже поддерживающий, когда можно приходить раз в месяц, раз в полтора месяца. Есть те, кто ходит как на работу, а есть, собственно говоря, те, кто получил какой-то результат, получил моральное удовлетворение и потом начинает его поддерживать. И, конечно, самые частые зоны – это, если говорить про более молодых пациентов, это живот, особенно это мамочки, которые вот после родов, которым нужно быстрее восстановиться, красивые ягодицы. Те, кто уже, скажем, более возрастные, или, скажем, если это мужчины, это, конечно, работа с бицепсами, трицепсами. Ну вот мы уже это обсуждали, ни разу за нашу историю не появилось пациента, который бы работал с икроножными мышцами. Видимо, это такая совершенно отдельная категория, ну, наверное, все-таки мужчин, которым нужно развивать эти мышцы. Вот они до нас не добегают, не доходят. Это редкий такой сегмент. И какие отзывы у пациентов? Есть у вас уже обратная связь, может быть? Ну, к 6 лет работы, конечно, есть обратная связь, и, конечно, получают результаты, и, конечно, хотят их продолжать. И, опять-таки, вы знаете, все-таки вот для себя я уже решила, что это те пациенты, которые не избегают спортивный зал, а вот здесь вот нужен такой вот дополнительный эффект. Потому что чем интересна эта технология? Она же позволяет прорабатывать весь пласт мышц. Да? Вот, то есть, когда мы работаем в зале, мы все равно делаем акценты, делаем упор, делаем упражнения на какие-то определенные мышцы. Не получается так, чтобы вот взяли и все там, скажем, да, вот мышцы ягодичные проработали. Здесь как раз получается вот именно такая технология, когда ты полчаса лежишь, а мышцы работают, а ты не работаешь. Поэтому, да, такая очень соблазнительная
технологиям. Он еще воздействует на жировые отложения благодаря да, РФ. Да, и благодаря тому, что и до того, до, скажем, до присоединения РФ, еще до эмсculpta Neo, ведь много есть публикаций научных, которые как раз подтверждали то, что просто HFM технология, да, высокоинтенсивная электромагнитное воздействие уменьшало подкожную жировую клетчатку. Конечно, когда в эмсculpt Neo мы присоединяем радиочастотное воздействие, и здесь кратно усиливается эффект прежде всего на подкожную жировую клетчатку. Ну и диастаз. Да, вот проблема рожавших женщин, когда есть расхождение при мышцах живота. И раньше с эмсculpt-ом это была, в общем-то, одно из показаний. А сейчас, опять-таки, при сочетании с РФ-кой мы будем получать... То есть вот этот вот диастаз до 3 сантиметров, он расширение усилий, значит, и пациентов будет больше, которым мы можем позволять эту проблему решать. Да, больше пациентов, которым можно помочь. Да. А именно по эмсculpt Neo уже есть какие-то отзывы от пациентов, может быть, которые только первую процедуру успели пройти? Ну, вот пациенты — это пока мы, и можно спросить наших сотрудников, которые эту технологию и почувствовали, и полюбили. И, соответственно, вот, ну, я думаю, что мы через какое-то время вернемся к вам с обратной связью. И последний вопрос. Планируете ли вы использовать совместно с другими аппаратами какие-то сочетанные протоколы? Может быть, у вас есть интересные идеи? Конечно. Вы знаете, вообще вот для меня, наверное, любимый алгоритм вот такой. Сначала мы делаем лимфодренажные процедуры, но в нашей клинике мы используем эндосферу для того, чтобы продренажить организм, для того, чтобы, ну, не работать условно с водой лишней. После этого я очень люблю делать ударно-волновую терапию, и после этого мы уже подключаем, например, эмсculpt Neo. Но опять-таки это зависит от пациента. Если у пациента достаточно выраженная подкожная жировая клетчатка, то я считаю, что изначально нужно работать с этой технологией. И здесь это ОВТ плюс Exelys радиочастотный, а потом мы уже начинаем подключать HFM. Ну, опять-таки, если в эмсculpt Neo есть уже и РФ, и эмсculpt, мы можем перешагнуть теперь уже через Exelys, оставить его для других задач и тел, для других задач и частей, скажем, а уже работать напрямую с технологией эмсculpt Neo. То есть получается, что мы экономим и время наших пациентов, и усилия, и деньги. Спасибо вам за то, что вы такие интересные технологии создаете и предоставляете нам, потому что всегда классно работать с передовыми технологиями, с рабочими и с безопасными, что очень-очень важно. Да, сертификации у нас все есть. Эта технология действительно безопасная. Бетили на рынке уже много лет. Эти технологии пришли из медицины к нам, поэтому это наш главный приоритет. Конечно, это ваш очень сильный козырь, очень сильная сторона, потому что известно, что компания Бетель, она помогает огромному количеству людей, пациентов во всем мире, и известна как реабилитационная, как физиотерапевтическая компания, и то, что вот с этими знаниями, с этими аппаратами, технологиями вы пришли в эстетическую медицину, вот лично для меня это очень важно. Да, спасибо вам большое. Спасибо, Наталья Владимировна, что нас пригласили. Спасибо. Спасибо за гостеприимство. Нам очень приятно у вас бывать. У вас совершенно очаровательная атмосфера. Очень приятно у вас. Приходите с удовольствием. Почаще. Приходите почаще. Спасибо вам.